Речь идет о неработающих пенсионерах, проживающих на крайнем севере и приравненных к нему территориях. Для того, чтобы получить компенсацию, житель должен предоставить кассовые чеки автозаправочных станций, правоустанавливающие документы на автомобиль, а также справку о средней стоимости проезда железнодорожным транспортом от станции, ближайшей к месту жительства, до станции, ближайшей к месту отдыха. Дорога на автомобиле должна быть кратчайшей и не превышать по стоимости цену билета в плацкартном вагоне. Поскольку постановление вступило в силу с 24 августа, то компенсация расходов производится на основании чеков, полученных с этого дня.